10%. Добрый день. Находимся в Эмиратах, в Шарже. Зашли в автосалон посмотреть, сколько тут стоит автомобили. Вот Nissan, по-моему, Tida. 35 местных тысяч. Это 650 примерно на наши. Маздочка. 46 тысяч. Это плюс. Сколько получается? 800 чем-то тысяч. 800 чем-то. 18 умножить. Да, надо, в общем, умножать на 18. Honda. 16-й год, правда, выпуск. 64 тысячи. Умножаем на 18. Не хочется ломать голову. Выбор большой. Это что-то без цены. Вон там покупают арабы. Но это не для богатых. Богатые у них ездят Bentley. И выше Ferrari. Так, это что у нас? Chevrolet. 45 тысяч. Volkswagen. Цена не указана. 70 тысяч. Toyota. 46 тысяч. Ну, все меньше миллиона выходит. Цены тут на машины, я бы сказал, вполне адекватные. Corolla. Все новенькие машины. Honda Accord. Подороже. 18-й год. 70, ну, 80 тысяч. 80 на 18. Вот. Это что у нас? 56 тысяч. Маздочка. Красивая. Прям мне подойдет. По-любому. Санчик. 16-й год. 47 тысяч. Дальше Volkswagen. 19-й год. Вау. Passat. Corolla. Арабы выбирают. Это магазин для, считается, для бедных. Да. 35 тысяч. Всего 35 тысяч. Правда, 16-й год. Kia. 53 тысячи. Хондочка 62. 15-й год. Вот 19 тысяч. Форли. 18 тысяч. Хороший. Land Cruiser Prado. Хорошая машинка. И нет цены, да? Нет, там что-то написано. Салон кожаный. 15 или 14 год. Солд без цены стоит. Kia. Ну, 40 тысяч, грубо говоря. На 17 умножаем. 180 на 4. 680 тысяч. 680 тысяч, 19-й год. 680 тысяч, все удовольствие. Kia Rio. И вот мы каждый раз ходим мимо этого салона. Постоянно покупатели, арабы покупают. Ну, тут видите, как у них. Для местных жителей, если ты гражданин Объединенных Эмиратов, у тебя минимальная зарплата, тем бы ты ни работал. Но работаешь ты только в госучреждении, хоть билетером в этом, в кинотеатре. Тебе минимальная меньше
скольки? 10 тысяч дирхамов не имеют права долларов платить. Это больше, это 3 650 долларов. 3650 долларов на наш день. Обслуга тут индусы получают по 300 долларов. Да. Ну, у них обслуги платят, кто убирает, допустим, в отелях, а оплачивает проживание, питание и прочую лабуду. Только 30 долларов на себя трать. Я целую любимую. Ладно, пойдем дальше. Спасибо за внимание. Смотрите видео, подписывайтесь на наш канал.